Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать вот такое красивое ажурное украшение для ножек крючком. Вы сможете такое украшение связать, буквально потратив немного времени, очень мало затраты здесь по материалам. Также можете на выбор выбрать, какой цвет вам хочется. Вот, вы можете варьировать размеры завязочек, то есть завязывать на ножках в виде спиральки, либо же просто какие-то очень короткие шнурочки, которые просто будете завязывать на бантик с задней стороны. Вот, я буду делать вот такую небольшую петельку для пальчика, можно ее также сделать более вытянутой, длинной, то есть уже смотрите, варьируете, скажем, размеры на свою ножку. И также можете украсить вот такое красивое украшение бусинками, какими-то стразиками. По желанию можете расшить бисером и так далее. Кому понравилось и интересно, приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу остаточки, вот такие вот 14 грамм белой бегонии. Это пряжа фирмы Yarn Art. Более подробно вы сможете посмотреть об этой пряже отдельное видео, ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Крючок номер 3 нам понадобится, я им буду вязать. Можете взять побольше, поменьше, в зависимости от этого будет варьироваться размер непосредственно самого ажурчика. И ножнички. Для начала работы нам нужно сделать первую воздушную петельку. Она в счет у нас не входит, это просто рабочая петелька. Далее набираем цепочку из 24 воздушных петелек, плюс 5, то есть 29 воздушных петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая и так далее. Цепочка набрана, теперь от крючка отсчитываем 10 петелек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. И в 11 петельку делаем столбик без накида. Далее вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем снизу после столбика без накида 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петельку делаем второй столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем снизу после второго столбика 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую делаем столбик без накида. И еще один раз делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Снизу пропускаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петельку, она у нас последняя, как вы видите, делаем столбик без накида. Можно по желанию здесь сделать соединительный столбик, как бы завершив первый ряд вязания. У нас получились 4 вот такие арочки из 5 воздушных петелек с одной и с другой стороны. То есть в общем количестве из 10 воздушных петель. Теперь мы начнем эти арочки обвязывать. Для этого делаем сразу же 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, которые нам заменяют первый столбик с накидом. И далее будем обвязывать столбиками с накидом. Вот так вот повернул немножечко наше вязание. При обвязывании первой арочки я завяжу вот этот краешек ниточки, который остался для того, чтобы его спрятать. Делаем накид и вяжем 8 столбиков с накидом, просто заводя крючок под воздушные петли. Первый столбик с накидом, далее второй столбик с накидом сюда же, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой и последний восьмой столбик. Вместе с первыми тремя петлями подъема у нас получилось 9 столбиков с накидом. Далее под следующую арочку, под следующие 5 воздушных петелек, делаем просто столбик без накида. И больше ничего. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую арочку из 5 воздушных петелек делаем второй столбик без накида. У нас должно получиться вот такой веерочек, обвязанная первая арочка. Затем под следующую арочку мы сделали только столбик без накида, 5 воздушных петель, и под следующую третью арочку снова сделали второй столбик без накида. Теперь делаем сразу же накид и переходим на вот эту последнюю четвертую арочку. Вяжем сюда 9 столбиков с накидом, как делали вот под эту первую арочку. Делаем накид и вводим крючок под воздушные петли и вяжем первый столбик с накидом,
Сюда же второй столбик с накидом. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И девятый. Далее поднимаемся на 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем обвязывать эту же арочку, но повернув как бы с другой стороны. Делаем накид и вяжем с другой стороны в зеркальном отображении вот этот вот ряд наш. То есть 9 столбиков с накидом изначально продолжаем вязать нашу первую арочку. Первый столбик, сюда же второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Завершили обвязывать эту арочку. У нас должна получиться вот такая вот, уже по счету получается следующая арочка, то есть пятая. Вот такая, посмотрите. И дальше продолжаем вязать точно так же, как вязали с этой стороны. Делаем под вторую арочку столбик без накида, то есть провязав веерочек. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку делаем второй столбик без накида. И продолжаем обвязывать первую нашу арочку. То есть точно так же вяжем, как и в первом случае, 9 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. И нам нужно сделать зеркальную сторону вот этим краем. То есть у нас второй край должен завершиться точно так же, как и первый. То есть мы завершаем его 5 воздушными петельками. И присоединяемся в третью петлю подъема первого столбика. 1, 2, 3, 4, 5. Поднялись на 5 воздушных петелек. И отсчитываем третью петлю подъема нашего первого столбика. Делаем соединительный столбик в третью петлю, присоединились, и у нас получилось вот такой обвязанный ряд. Вот эту ниточку, чтобы она нам не мешала, если вы уже обвязали ее точно так же, как и я, можете отрезать. Следующий ряд обвязывания также у нас начинается с 3 воздушных петель подъема, поэтому поднимаемся на 3 воздушные петли, которые нам заменят первый столбик. Далее делаем еще одну воздушную петлю, накид. И над каждым столбиком, вот в этом веерочке предыдущего ряда, мы свяжем по столбику. Но вместо 9 столбиков, то есть первый столбик у нас 3 воздушные петли и еще 8 столбиков с накидом, у нас между столбиками будут воздушные петли. То есть 3 воздушные петли подъема, воздушная петля. Затем в следующую петельку над следующим столбиком предыдущего ряда делаем столбик с накидом. Снова воздушная петля, накид. В следующую петельку делаем снова столбик с накидом. Воздушная петля, в следующую петельку столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. То есть у нас точно так же получается, провязанных будет 9 столбиков, но между ними воздушные петельки. То есть столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Итак, нам нужно связать 8 раз и плюс вот этот наш столбик с 4 воздушными петельками. Вот, связав первую нашу часть, первый наш веерочек, у вас должно получиться изначально здесь 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И между ними воздушные петельки. Теперь под 5 воздушных петель, под вот эту арочку, делаем просто столбик без накида, как делали в прошлый раз. Далее накид и точно так же начинаем вязать над каждым столбиком предыдущего ряда, точно так же по столбику с накидом, чередуя с воздушной петлей. Находим первую петельку, вяжем в нее столбик с накидом. Далее воздушная петля, в следующую петельку столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом и так далее. То есть так вяжем
9 раз, чередуя столбик, воздушная петля в каждый столбик предыдущего ряда. Связав над 9 столбиком столбик, воздушную петельку не нужно делать, а переходим сразу же под 5 вот этих воздушных петелек. И вяжем сюда под 5 воздушных петель 5 столбиков без накида. То есть сколько здесь петель, просто обвязываем по столбику без накида в каждую петельку. Можно не в петлю именно, а под вот эту вот цепочку, вводя крючок. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик без накида, четвертый и пятый. Как бы обвязали нашу цепочку. Далее мы продолжаем точно так же в зеркальном отображении вязать и другую сторону. Над каждым столбиком предыдущего ряда мы вяжем также столбик с накидом в этом ряду, чередуя с воздушными петельками. И обратите внимание, что первый столбик с этой стороны находится вот здесь, прямо в самом уголочке после обвязывания столбиков без накида. Поэтому делаем накид и вот в этот самый первый столбик вяжем столбик с накидом. Далее воздушная петля в следующую петельку, второй столбик с накидом, воздушная петля, третий столбик с накидом, воздушная петля и так далее. Нам нужно связать точно так же 9 столбиков с накидом, чередуя с воздушными петельками. Связав 9 столбик, воздушную петлю не делаем, а под 5 воздушных петелечек вяжем просто столбик без накида. Сейчас предлагаю вам остановиться и немножечко вытянуть вот эту часть. То есть придерживаем один край пальчиком и вторым пальчиком подтягиваем за вот эти столбики без накида. Он у нас уже, как вы видите, вытягивается этот край. Дальше продолжаем точно так же обвязывать столбиками без накида, чередуя с воздушной петлей. Находим первую петельку в следующем веерочке и вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. И точно так же вяжем 9 столбиков с накидом, чередуя с воздушными петельками. Связав 9 столбик, воздушную петлю не делаем пока. И теперь точно так же, как и первую сторону, я предлагаю вам придержать с одной стороны пальчиком и с другой стороны принатянуть вторую часть, то есть чтобы у нас немножечко наше кружевное вязание вытянулось. Вот, посмотрите, что у нас уже видно, скажем так. И сейчас мы с этой стороны делаем немножко по-другому, чем мы сделали вот с этой стороны. То есть мы не будем обвязывать столбиками без накида вот эти воздушные петельки, а сделаем одну воздушную петлю и столбик без накида один по центру. Далее снова воздушная петля и в третью петлю подъема первого столбика мы сделаем соединительный столбик. Вот так мы завершим ряд. То есть, как вы видите, немножечко отличилась в этом ряду верхняя и нижняя часть наших сторон. Вот. И теперь мы будем обвязывать вот эту, скажем, красивую часть по воздушным петелькам. Посмотрите, у нас здесь вот они, воздушные петли. Вот по этим воздушным петлям мы будем обвязывать полностью все края. Можно обвязать, в принципе, рачьим шагом, если вам удобно. Можно обвязать пико, но я буду обвязывать самым обычным и удобным для себя способом. Смотрите, сделав соединительный столбик под первую воздушную петлю, вот она у нас, четвертая петля подъема была предыдущего ряда, делаем столбик без накида под нее. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в эту же воздушную петлю делаем второй столбик без накида. Далее переходим под следующую воздушную петлю и делаем столбик без накида. Поднимаемся на 3 воздушные петли и столбик без накида сюда же, второй, под воздушную петлю. Под третью воздушную петлю делаем столбик без накида, 3 воздушные петли и второй столбик без накида сюда же. И у нас выходят вот такие красивые зубчики. Они получаются достаточно аккуратные. И мы ими будем обвязывать вот так вот полностью все наши арочки по воздушным петелькам. Снова сделали вот здесь вот наш зубчик. Теперь переходим под четвертую воздушную петлю столбиком без накида. 3 воздушные петли и столбик без накида сюда же. Благодаря столбикам с одной и с другой стороны они у нас сужаются, эти 3 воздушные петли, и получаются вот такие вот шишечки. Теперь снова столбик без накида, 3 воздушные петли и столбик без накида сюда же. Вот так продолжаем обвязывать. У меня получилось вот таких вот 8 зубчиков, связанных по воздушным петелькам. И я дошла до столбика без накида предыдущего ряда. Я делаю под следующую вот здесь вот арочку. То есть у нас получается здесь нет воздушной петли, у нас идет
арочка, столбик без накида и следующая арочка. Вот я под первую делаю столбик без накида. Не делая воздушных петелек, делаю еще один столбик без накида. Вот здесь вот под первую воздушную петлю. Посмотрите, вот они у нас воздушные петли начинаются под первую воздушную петлю. Затем продолжаю делать 3 воздушные петли и столбик без накида сюда же. Что я сделала? Смотрите, я как бы сделала вот здесь вот зазорчик без зубчика благодаря провязыванию одного столбика без накида. Где-то вот либо под первую, можете вот здесь вот под первый промежуточек перед воздушными петлями, либо же после воздушных петелек можете сделать один столбик без накида. Это уже вы смотрите по обстоятельствам. Можете сделать непосредственно в сам столбик без накида предыдущего ряда. Здесь уже как хотите. В принципе, главное сделать здесь без зубчика промежуточек. То есть как бы один промежуток сделать, пропустив, как бы визуально, посмотрите, пропущен один зубчик. И дальше снова продолжаем. Под каждую воздушную петлю делать столбик без накида, 3 воздушные петли и второй столбик без накида сюда же. И вот точно так же продолжаем обвязывать по вот этим воздушным петелькам. Довязывали воздушные петельки зубчиками, и теперь смотрите, здесь у нас было 5 столбиков без накида в предыдущем ряду. Мы так и продолжаем делать еще 2 зубчика, то есть первую петельку над первым столбиком без накида делаем столбик без накида, 3 воздушные петли. И сюда же в эту же петельку столбик без накида. То есть это уже получается у нас 9-я вот такая вот шишечка или зубчик. И в следующую петельку делаем 10-й зубчик. Столбик без накида, 3 воздушные петли и столбик без накида сюда же. То есть из 5 петелек мы сейчас забрали 2 петельки на вот эти наши зубчики. В центральную петельку. Третью петельку, как с одной стороны, так и с другой стороны, вот в эту петельку, делаем столбик без накида. И далее нам нужно сделать, скажем, петлю для пальчика, то есть чтобы одевать на ножку. Я буду делать порядка 20 воздушных петелек, но это, скажем, у меня достаточно маленькая нога 36 размера. Вы можете сделать, допустим, 25 петелек, либо же, сделав петлю, просто померить на ножку, насколько вы хотите, чтобы она была вытянута. Я не очень хочу вытянутую, поэтому я сделаю 20 воздушных петель. Вот как раз-таки нам нужно сделать объем или, как сказать, окружность вот этого пальчика с немножечко вытянутым краем. Вот, то есть смотрите, я сделала столбик без накида в центральную петлю из 5 и вяжу 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Теперь возвращаюсь, не переворачивая ничего. Посмотрите, чтобы у вас косичка была не перекрученная. Посмотрите, вот косичка идет красивая. И в этот же, там где столбик без накида, в этот же столбик предыдущего ряда или в эту же петельку делаем второй столбик без накида. То есть что мы сделали? Смотрите, мы вместо 3 воздушных петелек, из которых делали вот эти зубчики, сделали 20 петелек, которые у нас оденутся в последующем на пальчик. И дальше точно так же остаются у нас 2 петельки, 2 столбика, 4 и 5 столбик без накида предыдущего ряда. Мы продолжаем делать в следующую петельку столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и столбик без накида сюда же. Это первый зубчик. И в следующую петельку столбик без накида, 3 воздушные петли, и столбик без накида сюда же. И дальше у нас остаются 8 воздушных петелек предыдущего ряда между столбиками. И вот мы точно так же, как и с этой стороны, сделаем 8 зубчиков. То есть в общем количестве у нас при обвязывании первого, вот здесь вот веерочка, было 8 зубчиков. Затем мы сделали промежуточек и связали еще 8 зубчиков. Затем из 5 столбиков у нас получилось 2 зубчика, большая петля для пальчика и еще 2 зубчика. То есть вот они наши 5 столбиков. И дальше с другой стороны в зеркальном отображении делаем снова 8 зубчиков. Один столбик без накида можете прямо в столбик без накида предыдущего ряда, либо под какую-то петельку здесь вот, либо с одной, либо с другой стороны. Просто как бы закрепиться столбиком без накида. И дальше снова 8
вот таких вот зубчиков, как и с этой стороны. И посмотрите, что у нас в итоге получится. У нас вот такая красивая ровная петелька. Вот, можете ее поправить, чтобы она была не перекрученная ни в коем случае. Вот, и все, в принципе, у нас практически все готово. Дообвязывайте зубчиками до конца вот этого ряда. Если у вас немножечко берется волной, абсолютно ничего страшного. При проглаживании вот этого орнамента, затянутой части, у нас все здесь выравнивается и все остается аккуратным. Это из-за того, что у нас здесь 10 зубчиков, то есть с одной и с другой стороны. Немножечко, скажем, взялось волной. Ничего страшного. Делаем в промежутке столбик без накида. И далее под каждую воздушную петлю снова делаем по зубчику 8 раз. Столбик без накида, 3 воздушные петли, и столбик без накида сюда же, под первую воздушную петлю и далее под следующую воздушную петлю, следующую. Вот так до конца. Сделали 8 зубчиков, и теперь мы дошли до вот этой нашей второй как бы верхушечки получается. И у нас здесь, как вы помните, воздушная петля, столбик без накида и воздушная петля. Вот под воздушные петельки нам нужно также сделать по одному зубчику. Поэтому, сделав 8 зубчик, мы делаем под воздушную петельку снова столбик без накида, 3 воздушные петли и столбик без накида сюда же первый раз. И под следующую воздушную петлю, пропуская столбик без накида, делаем столбик без накида, 3 воздушные петли и столбик без накида второй сюда же. Все, мы сделали, получается, как бы обвязочку нашу. Но посмотрите, вот эти два зубчика у вас должны остаться в центре между завязочками. Поэтому, чтобы сейчас нам сделать красивую завязочку, мы берем, делаем вот сюда под столбик без накида первый, где у нас зубчик, еще один столбик без накида. Вот так. Раз. Сделали столбик без накида, как бы плотно закрепились в этом углу. Теперь начинаем набирать воздушные петельки. Нам нужно набрать воздушные петельки, цепочку, для того, чтобы сделать завязочки, которые будут завязываться на ножке. Смотрите, я буду делать общую одну длину завязки, которую потом поделю пополам. То есть для того, чтобы сделать завязочки, я рекомендую вам взять общую, скажем так, длину одной и второй завязки, соединить вместе по, скажем, по длине. Вот, то есть умножаете длину, которую хотите, завязочки с одной стороны на 2, и, соответственно, мы потом ее поделим, я покажу как. Самое главное, что я хочу сделать не длинные завязочки, то есть такой бы, скажем, я бы сказала, классической длины. Я не хочу, чтобы они у меня завязывались на ноге, скажем, спиралькой какой-то, но и в то же время я не люблю, когда слишком масенькие бантики, неудобные для того, чтобы их завязать. То есть я сделаю среднюю длину, хотите, сделайте такую, как у меня, а затем уже варьируете, смотрите, насколько вы хотите подлиннее, и, соответственно, делаете уже подлиннее, не отрезая. То есть обязательно запомните это слово, не отрезая. Вот, поэтому сначала сделаем, как у меня, а затем вы посмотрите, если захотите подлиннее, то, соответственно, довяжете просто длину цепочки, и все. Вот, то есть я буду для своей длины делать 175 воздушных петель, как на одной вот такой вот нашей, скажем, красивой ажурчатой части, так и на вторую ножку я буду делать точно так же 175 петель. Я рекомендую вам либо посчитать количество петелек, либо просто сделать длину по сантиметрам на одной и на второй ножке, чтобы у вас было одинаково. Точно так же и здесь, когда делали петельку, я делала 20 петель. Точно так же на другой я буду делать 20 воздушных петелек. И здесь 175 воздушных петель. Я связала цепочку, и теперь неважно, не выравнивайте цепочку, просто присоединяемся сразу же через вот таких вот два зубчика от левой нашей косички начала, вот сюда. И делаем столбик без накида. То есть находим нашу рабочую ниточку и делаем столбик без накида сюда. Как бы закрепляемся в правый верхний угол. И смотрите, что у нас получается. У нас получается вот такая большая петля. Если вы поделите ее по центру, то есть вот так вот я даже слегка принатянула ее, для того, чтобы найти вот эту центральную петельку, вот это и есть, скажем так, двойная длина моих завязочек. То есть вот, я сейчас просто беру ножнички и отрезаю вот так вот
как бы ввожу в одну петельку центральную и просто делю ножницами. То есть что я сделала? Я как бы разрезала пополам петельку. И сейчас просто ничего не делая, затягиваю одну сторону и затягиваю хорошо вторую сторону. По желанию, можете завязать именно узелочки на краях вот здесь для того, чтобы не распустилось ваше вязание. То есть можете просто еще раз взять крючком и как бы завязать, сделать такую вот воздушную петлю. Но если будете делать вот эту воздушную петлю, то делайте ее максимально близко к вашей косичке. Вот. Но опять же таки, этого можно и не делать. То есть это страховочная такая вот, скажем, процедура. Вот, для того, чтобы не распустилось. Вот он узелочек. И точно так же делаете на другой стороне. Это по желанию. Что касаемо здесь. Мы сделали здесь только столбик без накида, как вы помните. Я здесь делать больше ничего не буду. Мне кажется, что здесь я, скажем так, присоединила ровно. То есть по отношению к одной завязке вторую. Я просто вытягиваю вот эту петлю. То есть верхушку столбика без накида. Оставляю небольшой краешек ниточки. И делю пополам, вытаскивая рабочую нить, она мне больше не нужна. И остается у меня вот такая вот коротенькая ниточка. Что я делаю? Я поворачиваю на изнаночную сторону и вытягиваю этот коротенький краешек ниточки с другой стороны, с изнаночной как бы. Вот. Все поправляю хорошо и смотрю. У меня получилась вот такая аккуратная завязочка с одной и с другой стороны. Теперь, что я делаю с этой ниточкой? Обычно рекомендую я делать узелок. Но какой узелок? Смотрите, это для практичности в носке. Я делю вот эту ниточку пополам. Ну, просто вот она как бы спиралька идет. Делю пополам. И один краешек ниточки я продеваю сквозь соседнюю какую-нибудь петельку. И делаю узелочек, как бы он получается очень маленький из-за того, что ниточка поделена пополам. Вот, я сейчас возьму вам покажу, что я буду делать. Я делю пополам вот эту ниточку. Она состоит вот у меня из четырех маленьких тоненьких ниточек. Я беру один краешек и пропускаю сквозь соседнюю петельку. Можно даже две, если вам как бы для полного, скажем так, полной уверенности. Вот я пропустила сквозь петельку, у меня получается один краешек с одной стороны петли, другой с другой. И я делаю просто узелок. Один раз и второй раз. Все, теперь можете вдеть либо иголочку в иголочку вот эти ниточки наши и спрятать помеж вязанием, там, где делали столбики без накида. Либо же сделать это крючком, то есть просто прячьте краешки ниточек. У нас получаются достаточно аккуратные и надежные завязочки. У нас получается красивая вот такая петелька на пальчик. И нам остается лишь только наш ажурчик прогладить. То есть при натянутом вот таком состоянии, можете даже, если у вас гладильная доска, скажем, с мягкой подушкой, то можете даже иголочками вот так вот с одной стороны протянуть иголку и с другой стороны закрепить. И вот в таком состоянии прогладить. Тогда у вас будет вытянутая красивая ажурная вот эта часть. По желанию можете также прогладить завязочки для того, чтобы они у вас не закручивались спиралькой. Можно этого не делать. Вот, в принципе, наш ажурчик готов. Нам остается лишь только сделать второй, аналогичный этому ажурчик. То есть, смотрите, у нас получается, я уже слегка этот вытянула, как вы видите. Точно так же я не спрятала еще ниточку, пока это в рабочем состоянии. Но точно так же закрепила узелочком вот здесь сверху. Это, как по мне, достаточно надежно и красиво. Мне остается лишь только привести в красивый порядочек свои, скажем, завязочки, украшения. Вот, и все, оно готово. Я надеюсь, что у вас получится и вторая, поэтому делайте ее самостоятельно. И надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Поэтому спасибо вам, что оставались со мной на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!